крючки с AliExpress, отзыв на мамочкином канале. Мне спрашивают иногда про крючки, которыми я вяжу в последнее время. Они с разноцветной ручкой. Вот так выглядят они. Это аналог крючков Clover Amour, которые очень дорого стоят, один крючок. А у меня это, можно сказать, подделка, которая продается на AliExpress. Китайские крючки. И я когда-то, уже, может быть, год назад, заказала такие крючки для пробы себе. И совершенно не пожалела, даже могу их рекомендовать. В конце ролика я покажу, на что обращать внимание на самом сайте AliExpress при выборе этих крючков. А сейчас хочу показать их и немного рассказать. Вот это моя коробочка с этими крючками. Сейчас у меня тут она не полностью заполнена. Два крючочка я отдала сестре на время. И вот они такие крючочки. У тоненького крючочка чуть тоньше ручка, у толстых крючков ручка потолще. Когда я только получила эти крючки, мне было немножко неудобно держать такую толстую ручку крючка. Но потом привыкла, потому что до этого я вязала вот этим крючком гамовским часто. Самый ходовой у меня крючок был 2,7, и потом вот я получила эти крючки. И, конечно, ручка у них отличается. Но очень быстро я привыкла, буквально за 1-2 дня я привыкла к этим крючкам. И теперь чаще всего я выбираю вот эти крючки для вязания. Даже свой любимый гамовский крючок треснутый уже немножко забросила. Очень удобно, что в упаковке сразу несколько размеров. От двойки до шестерки все размеры есть. Они, в принципе, очень близки к гамовским номерам. Если кто ориентируется, вот я, например, ориентируюсь на гамовские номера крючков. И вот эти вот очень близки к ним. Отличается, может быть, на 0,25, как-то так. Но когда у вас есть все крючки с шагом 5, то, в принципе, можно повыбирать подходящий крючок. Да, и забыла сказать, что ручка у этих крючков прорезиненная. Вот она здесь так на кончике гнется, а внутри там есть стержень. И так, в принципе-то плотная здесь, но все-таки нажимается резина. Немножко могут вот здесь крючочки туда-сюда ходить. Вот если я так подергаю, то они вот туда-сюда видно, что они ходят. Но в принципе при вязании у меня никогда это дискомфорта никакого не вызывало, они у меня никогда не вылезали. Не с таким усилием мы провязываем, чтобы это все как-то вылезло наружу. Вот, например, в гамовском крючке, когда я его только купила, то у меня вот эта вот штука совсем оттуда вывалилась. И причем очень многие говорили такие отзывы, что пришлось гамовский крючок заклеивать, чтобы он оттуда не вылезал. Здесь все-таки другая ситуация. Из резины оно очень сложно вылезает, поэтому тут приклеивать ничего не приходилось. Итак, крючками этими вязать достаточно удобно. Они провязывают очень хорошо, они очень гладкие. Иногда, может быть, вот здесь клей чуть-чуть вот торчит. И при вязании только вот толстыми крючками, здесь у него короче вот это вот место. И если здесь клей торчит, то при вязании чуть-чуть может тут цепляться. Но очень редко у меня было, что клей торчит и мешается. Вот здесь, например, видите, чистые крючки, хорошо все склеено. Они гладкие, никаких зацепок нет, за пряжу они не цепляются. Когда я вяжу пряжу, которая расщепляется, например, бамбук вот я вязала, или витабрилинт вязала, которая, в принципе, тоже там расслаивается на ниточке, и иногда не все ниточки сразу провязываются, то вот эти крючки мне очень помогали. Когда я бамбук начала вязать сначала другим крючком, я просто мучилась, хотела забросить. У меня даже отзыв по бамбуковой пряже Bambufine есть на канале. И потом я перешла вот на этот крючок. Он причем был немножко согнутый. Я потом только узнала, что он алюминиевый, гнется. Можно его вернуть на место. И при вязании он потом, конечно, не гнется. Все, его выпрямила. И вот он уже такой ровненький. Вот я перешла потом на этот крючок. И он мне очень добрую службу сыграл. Уже пряжа за него не цеплялась.
и очень хорошо провязывалась. Из минусов могу сказать, что напыление очень мягкое. Ну, так вот не повреждается, когда вяжешь. Ну, например, моя дочка, когда она была маленькая, она погрызла у меня вот этот крючок. И, конечно, им уже вязать нельзя, я ей его, в принципе, подарила, она сидела у меня маленькая, вязала вместе со мной, что-то ковыряла там, вот это был уже ее крючок, потому что, как вы видите, это напыление все зубками остренькими она подпортила. Вот, ну, не давайте детям грызть крючки, и все будет прекрасно. Еще был у меня один случай, когда крючок, я в подарок покупала такие крючки, и пришел крючок 2,5 и 3 с разными ручками, но с одинаковыми вот этими верхними частями. Но это был всего один случай, а таких крючков в подарок я покупала уже очень много. И еще планирую покупать. А теперь покажу на сайте AliExpress, на что обратить внимание. Вот заходим на aliexpress.com, в русскую часть будет ru.aliexpress.com. И вот здесь вот я в поисковой строчке пишу «крючки резиновая ручка». Нажимаю «Поиск». И вот вот эти крючочки, они здесь появляются. И как вы можете обратить внимание, во-первых, они разного цвета все. У меня есть опыт только вот таких вот крючков, где зелененький номер 2, как я показывала. Вот он тоже здесь зеленый номер 2. И вот сейчас появились вот такие вот крючки. Какая-то из них ручка даже прозрачная немножко. Про них надо еще читать. Я вот сейчас заказала их, потом сделаю еще отзыв, когда я их получу, и сравню их с теми, которые у меня до этого были. И они стали дешевле стоить, чем те, которые раньше продавались, которые я покупала. Вот которые я покупала, они, видите, за 400 рублей даже стоят, больше 500. А вот эти вот стали 200 с чем-то стоить. Когда-то я покупала и эти крючки, они стоили порядка 250-300 рублей. Сейчас они стоят дороже уже. Но курс вырос, это понятно. Так что читайте отзывы. Вы заходите внутрь тех крючков, которые вы выбрали, присмотритесь к ним. Почитайте внизу вот здесь отзывы людей. Иногда пишут, что крючок не с резиновой ручкой, а с пластиковой ручкой. И причем этот пластик еще гнется. То есть это совершенно другие крючки. Именно интересуют крючки с резиновой ручкой. Поэтому почитайте, посмотрите по продавцу, рейтинг продавца. Вот здесь вот под фото рейтинг продавца, но если переместиться в какую-то другую часть, то поищите, где вот эти бриллиантики всякие, положительных отзывов сколько, чтобы продавец все-таки отправил вам эти крючки, и они до вас дошли. Также обращайте внимание на доставку. Должна быть бесплатная доставка. Во всяком случае, в Российскую Федерацию у нас бесплатная доставка у многих. Иногда цена может быть меньше, но доставка будет платная, и тогда вам будет дороже, чем купить у другого продавца, поэтому на это тоже обращайте внимание. Оплачиваем мы сразу, но деньги поступают AliExpress, и продавец их не получит, пока вы после получения не дадите свой отзыв, что все получено и все в надлежащем качестве. Если возникает какая-то спорная ситуация, то чаще всего на AliExpress она решается в пользу покупателя, и деньги не перечислятся продавцу, а они вернутся вам, если вы покажете и докажете фотографиями, что какой-то брак или что-то еще случилось, или вы вообще не получили, например, эту посылку. Идет посылка достаточно долго до России, написано от 15 до 55 дней, но были случаи, когда и чуть-чуть подольше она шла, 60-65 дней примерно. А иногда очень быстро доходит. Посылка идет из Китая, понятно, что это достаточно долго. И вот смотрите, даже те крючки, которые я уже испробовала, у них ценники разные. То есть, в принципе, продавцы, они рассчитывают, они то увеличивают цену, то уменьшают. И они рассчитывают на то, что просто человек первую увидел картинку
и заказал и купил. И не стал смотреть, что на AliExpress есть и дешевле цена. Но когда вы находите дешевую цену, опять же читайте отзывы о самом продавце. Ищите именно меньшую цену, но читайте отзывы про продавца. Возможно, для новичков нужно будет разобраться, если никто не покупал здесь с AliExpress. У меня это все делает муж, поэтому я тоже не очень это все проделывала. Но я думаю, что в интернете есть объяснения и отзывы покупателей, блогеров, кто заказывает часто с AliExpress что-то. Хочу напоследок сказать, что у меня когда-то была мечта купить оригинальные крючки Clover Amour, но я не решалась потратить столько много денег сразу. И когда вот увидела эти алиэкспрессовские китайские крючки, попробовала их заказать, и сейчас у меня нет уже мечты купить Clover Amour. Хотя тот, кто пользуется Clover Amour, наверное, меня сейчас закидает тапками, скажет, что китайская, конечно, не сравнится, но дело свое они справляют, никогда меня не подводили еще, и стоят они недорого относительно Clover Amour, поэтому я для себя не вижу смысла покупать мне оригинальные Clover Amour. Спасибо за внимание, оставайтесь с мамочкиным каналом, я надеюсь, этот отзыв был вам полезен, пока!